Сергей Миняйлов встретился с семьями военнослужащих, погибших при проведении спецоперации на Украине и удостоенных орденов мужества посмертно. Выразить слова соболезнования и благодарности приехал и в Рио командующего Северокавказским округом войск Нацгвардии России генерал-лейтенант Алибек Делимханов. Сергей Миняйлов и Алибек Делимханов передали государственные награды родным погибших военнослужащих. Наши ребята выполнили свой долг, к сожалению, ценой своей жизни. Вы по праву можете гордиться их мужеством и героизмом. Они выбрали делом жизни воинскую службу и, встав на защиту своего отечества, пожертвовали собой ради него и ради спасения своих товарищей, сказал глава Северной Осетии. Он также отметил, перед руководством муниципалитетов и социальных служб республики стоит задача оказывать всю необходимую поддержку семьям погибших военнослужащих по самым разным вопросам.